Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал. У меня вопрос к тем, кто знает толк в парфюмерии. В частности, к похитителю ароматов. Я такой вопрос ему уже задавала. Задавала в личке, ВКонтакте. Потому что где-то, наверное, летом 2015 года я в салоне Мажор обнаружила вот этот аромат, и он мне понравился. Ну, поскольку у нас салон Мажор торгует, соответственно, какими-то там фейками. Ну, такими хорошими фейками. Я скажу вам вот что. Дело в том, что как только в 15-м, либо 16-м, я уже точно не помню году, когда он ко мне попал, может быть, зимой. Ну, это не суть. Суть в том, что я пошла на Фрагрантику, написала реальный отзыв. Он у меня ассоциируется с самой популярной станцией метро в Америке, вот где дрались агент Смит с Нео. Ну, почему-то вот такая вот у меня ассоциация, только она как бы чистая, прибранная, такая, как она есть. Вот, и мне кажется, что этот аромат создан для этой станции. И смотрите. Ну, вот кто разбирается, да? Вот код. Это код. Я проверила. Аромат 13-го года. Выглядит он вот таким вот образом. И вот, кстати, похититель мне сказал, он же похититель же ведь все-таки. Вот. Ну, все его знают, боже мой. Ну, все, во всяком случае, в бьюти-сфере, девчонки, его все знают. Так вот, вот он, этот аромат. Я смотрела на него долгое время, нет, неправильно, правильно вот так. Так вот, я смотрела на него долгое время. Здесь, значит, тоже код, все отлично, все совпадает. И смотрите, что получается. Когда я спросила похитителя, говорю, Саш, как там вообще с этим ароматом? Он говорит, это очень крутой аромат, его вообще нет, не было ни в Англии, нигде. Вот, короче, девчонки, я оставляю ссылку на Фрагрантику, на свой отзыв. И у меня к вам такое деловое предложение ко всем. Кто бы мог объяснить, как некатанная коробка, которая мне сдается, что выходила каким-то ограниченным лимитным тиражом, причем она не катанная, причем ни одного отзыва на русском нет, вообще ни одного. Как это могло оказаться у меня дома? Вот просто, девочки, ну как вариант, вот как вы думаете, как вообще такое может произойти, потому что он, ну он, это 100% не катанка, в концентрации туалетная вода, это осень, это рядом океан, то есть ассоциация идет сразу с Нью-Йорком. И у меня к вам просто вот серьезный вопрос, как какая-то узкая лимитированная партия Дон и Каран могла оказаться, во-первых, а, в ангарске, и б, у меня дома за 3 копейки. У кого какие мысли?